Оксана Васильевна, что сегодня делается для удобства налогоплательщика? Особенно интересует такой сервис, как личный кабинет. На сайте Федеральной налоговой службы Налог.ру функционирует интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Данный сервис позволяет налогоплательщикам контролировать состояние своих расчетов, получать актуальную информацию о своей задолженности, об объектах движимого и недвижимого имущества. Также очень удобно для физического лица получать налоговые уведомления, распечатывать их с квитанцией об оплате и оплачивать свои платежи имущественные, не посещая налоговую инспекцию. То есть практически не выходя из дома? Совершенно верно. Визитом в налоговую инспекцию не требуется. Оксана Васильевна, а как стать пользователем этого сервиса? Очень просто. Для этого можно прийти в любую инспекцию, находящуюся на территории Российской Федерации. Не обязательно это должно быть место прописки в городе-курорте Анапа. То есть любой гражданин может обратиться в любую инспекцию. Но обязательно при этом нужно иметь удостоверение личности, то есть паспорт. В инспекции выдается регистрационная карта с логином и паролем. И, пожалуйста, можно будет пользоваться данным сервисом. Оксана Васильевна, спасибо большое за это интервью.